Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня я хочу вам предложить один интересный и необходимый инструмент, который очень помогает для во время работы в онлайн-бизнесе. Это, вы видите по названию, калькулятор сложных процентов или депозитный калькулятор. Он в основном предназначен для расчета вкладов в банках. И здесь есть такая небольшая особенность. Вот эти вот две вкладочки дают нам выбор год и месяца. Но это не беда. Сейчас вы увидите, как мы это будем исправлять. В нашем бизнесе, в нашей работе рассчитывается все в днях. 30 дней, 90 дней, 40 и так далее. Поэтому мы сейчас заставим его работать в расчете на дни. Для наглядности вот, возьмем, к примеру, вот этот сайт, который есть у меня на канале. И вот здесь вот то, что он начисляет. Итак, здесь мы покупаем пакеты. Минимальный пакет стоит $1. Вот он, минимальный пакет. И, допустим, мы хотим вложить в такой или в этот же проект там $100. Вот в верхней строке пишем $100. Ежемесячный взнос. Опять же, ежемесячный подразумевается, что мы вот каждый месяц пополняем свой вклад в банке. Но, опять же, конкретно вот именно этот сайт позволяет нам делать перепокупку пакета рекламного. Плюс к тому, как здесь распределяются по двум балансам, это тоже основная вот такая особенность подобных сайтов. Здесь есть возможность без всякого минимума переводить с кэш-баланса на баланс перепокупки. Даже там 10 центов можно перевести. Так что вот эта вот раскидка в данном случае не имеет значения. Что здесь надо делать? При, ну, самый такой среднедоходник, так называемый, он дает где-то 1% в день. 1% в день начисления идут. То есть 30% в месяц на пакет. Не в месяц, а вообще. Вот начисление. Именно не в месяц, а вообще где-то 1% начисляется. То есть при вкладе в $100 у нас каждый день вот на этих двух балансах будет образовываться как минимум $1. Каждый день. Теперь процентная ставка в год. Здесь надо переставить на месяц и опять же здесь поставить единичку, то есть 1% это 30-процентник классический, который вот начисляет каждый день по 1%, не 3 там с чем-то, как на скамах, хайпах так называемых, а вот 1% в день. Вот это не месяц, а день подразумеваем. И срок депозита опять же выставляем 30 и вместо лет ставим месяцы. То есть мы получили картину ежедневную за 30 дней и нажимаем вычислить. Мы сразу можем и по дням тут увидеть, и итоговая сумма выплат 168,56, в том числе проценты 39,56. Здесь небольшое пояснение, почему такой разброд получается в цифрах. То, что в процентах у нас столько, а сумма такая-то. Потому что данный калькулятор подразумевает, что вот этот вот доллар мы, ну, вложили извне, не с самого сайта,
Да, вот подразумевается, что это вот обычный вклад в банке. И мы каждый месяц там или каждый день добавляем к этому вкладу по доллару. Поэтому и получается, что в принципе сами проценты вот столько-то, а остальное это наши кровные денежки. То, что мы вложили. Так что на самом обычном среднедоходнике, который намного надежнее хайпов. Что у нас там недавнее было? Эдбрук. Еще что-то, да, там, не помню уже так, навскидку. Вот так вот получается, что работать среднедоходники, допустим, и через 3 месяца, 30 дней иметь вот здесь вот на балансе $160, уже получать через 30 дней доход со $160 или 170, где-то около того. Думаю, все понятно, да? На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.